Добрый день, меня зовут Александра Дементьева, я художник, мультидисциплинарный, можно сказать, художник, поскольку я работаю с разными э, медиа, и, то есть это может быть все, начиная от э, живописи, заканчивая скульптуры и иммерсивной инсталляции. Моя специализация это больше, конечно, интерактивные э, объекты или, опять же, пространства, в которых э, зритель становится главным действующим лицом и который, соответственно, в какой-то степени может повлиять на то или иной ход событий моей работы. Безусловно, есть какая-то программа, которая пишется, и она имеет определенные лимит интеллектуальный и, так сказать, и физический, но, тем не менее, зритель все-таки является главным в этой, в этой художественной среде, так скажем. Могли бы вы рассказать про работу Хроноскейп, интерактивную мультимедиа инсталляцию, которую мы показали на Сайфесте 15-м? Работу, которую Сайлент показал и спродюсировал, соответственно, это работа Хроноскейп, это тотем, тотем времени. Я вообще очень люблю, так сказать, скульптурные композиции. Мне всегда хочется сделать что-то, что было и одновременно дигитальным, то есть цифровым, используя всякие новые технологии, гаджеты и так далее одновременно, чтобы это имело какое-то тело какую-то материальную презентацию. и для меня тотем тоже один из объектов в общем-то который я считаю интересен сам по себе, то есть его исторические как бы все э, развития откуда он появился и каким образом люди так сказать его сейчас воспринимают есть много работ на эту тему и одновременно э, тотем времени это тотем э, около которого мы можем остаться но э, одновременно не только наше воображение работает но работает соответственно новые технологии которые включены в базы этой стру структуры и соответственно мы оказываемся просто мы становимся пылью это очень обидно но тем не менее это факт который мы, так сказать, должны принять. Вот. И одновременно, соответственно, это говорит о том, что жизнь, она всегда продолжается. То есть она просто ускоряется для нас, для людей, но тем не менее биологического вида, но тем не менее жизнь, она есть и будет. То есть ничего нет конечного. Ну, я правильно помню и понимаю, что тема времени вам, в принципе, интересна. Вы очень часто создаете медиа-инсталляции, интерактивные, даже, наверное, правильно будет сказать, инсталляции, которые как раз предлагают зрителю окунуться в, другую, в другое течение времени, как зеркало нелинейное такое время было. Время это одна из тех, так сказать, тем и одновременно одна из тех сил которые мы не очень хорошо знаем, потому что до сих пор ученые спорят, что такое время, поскольку оно меняется в зависимости от того, где мы находимся и какая у нас скорость передвижения, допустим, в пространстве. И вообще восприятие времени, оно всегда, так сказать, вызывает много разных, так сказать, вопросов. Почему-то детям всегда кажется, что время тянется, и это все очень как бы происходит медленно и очень долго, и когда мы взрослеем и тем более стареем, неожиданно выясняется, что время оно не просто э, не длится, оно просто бежит, оно исчезает и мы его не можем как-то схватить и оно куда-то бесконечно проваливается. И то есть мы идем к этому так сказать нашему физическому так называемому концу. Вот, и опять же, время это то, что это тоже как определенный ориентир, ориентир потому что мы, у нас есть календари, у нас есть записные книжки, где мы пишем в какой-то день то-то, то-то. Время это опять же наше расписание, то есть такое урегулированное время западного общества, которое, собственно, не так давно существует, это говорят, появилось с появлением именно расписания для поездов вот потому что надо было тогда чтобы было какое-то унифицированное время для всех и поэтому значит соответственно это время теперь у нас на всей планете есть начиная от Гринвича вот поэтому в общем время это да является частью так сказать моих размышлений и соответственно отражается потом в той или иной форме моих художественных работ всегда у меня задействовано то или иное так сказать момент времени поскольку mm -hmm. Поскольку это, это, это важно, сколько времени человек проводит в той или иной инсталляции, и, соответственно, от этого зависит, так сказать, развитие какого-то нарратива, который заложен в базе вот, сказать, в программе этой инсталляции. Ну, например, я могу вспомнить такую инсталляцию, как тоже на CyberFest, мы его показывали. Это видеодром и, соответственно, там это панорама, в которой, собственно, заложено время, заложено время э, зрителя, который находится внутри вот этой вот э, висящей э, большой структуры и, э, соответственно, там зритель встречается с виртуальными пер персонажами, которые появляются в зависимости от того, сколько времени он там проводится, соответственно, если мы там одну минуту провели, мы видим только одного персонажа, который ходит по кругу и внимательно разглядывает зрителя, но чем больше мы там находимся, тем больше появляется вот этих виртуальных персонажей, которые все э, смотрят на зрителей, и то есть зритель становится как бы тем самым актером. А вот эти виртуальные персонажи именно зрителями, которые просто рассматривают э, человека, который туда пришел. Ну и потом... Э там вопрос времени именно чисто заложен в программном обеспечении, ну и потом, соответственно, это как бы такой некий танец, который танец тоже обязательно время, потому что когда мы внутри панорамы, панорама, естественно, сами понимаете, она круглая, и, соответственно, когда появляется первый персонаж, мы слышим отчетливо шаги, шаги, они распределены в пространстве, потому что стоят 8 разных, так сказать, аудиоколонок, и зритель начинает следовать за персонажем, то есть крутиться на месте. А если их несколько, то, соответственно, люди просто поворачиваются и смотрят, куда идет персонаж, хотя он идет вокруг этой панорамы. И для людей, которые не находятся внутри этого объекта, соответственно, они видят именно ноги тех зрителей, которые внутри, соответственно, такое создается ощущение некого танца, танца на месте, который тоже, так сказать, становится неким таким загадочным, поскольку зритель, который снаружи, он пытается дать объяснение, что же происходит внутри. Вот. Но это тоже так сказать время здесь использовано, но именно использовано как один, один из параметров инсталляции влияет ли? Прош... время, прошедшее в реальной жизни, ну, может быть, и выставочное пространство, ну, то есть люди, которые взаимодействовали с этой инсталляцией 10 лет назад, сейчас, то есть влияет ли реальное время и реальное пространство на то, как вы будете выставлять ваши инсталляции? Контекст до сих пор никак не влияет на пока с работы, потому что там есть какие-то определенные просто параметры ее установки. То есть, для, допустим, для памяти зеркала нужно, чтобы пространство было с очень приглушенным светом. Краноскейп, он может работать везде и всегда. Видеодром тоже без всяких проблем может быть и при свете, и без света. Но, в общем, по большому счету по большому счету, пока что эти работы не устаревают. И, естественно, устаревает так называемая техника, которая, как хардвей, которую, к сожалению, все время надо, так сказать, менять, поскольку, поскольку просто она не в состоянии делать те или иные вещи или просто сохранять компьютер, но компьютеры допустим, старые, но, к сожалению, опять же, компьютер тоже не вечный, вот, поэтому постоянно существует некое такое обновление именно программное и именно, так сказать, всех технических гаджетов. Но с точки зрения смысла самых работ, то есть то, что их содержание, оно все равно все-таки остается как бы пока что современным. Что будет дальше, я не знаю. Могли бы вы рассказать про техническую составляющую этой инсталляции и, может быть, про то, как технически вы разрабатывали, создавали эту работу? Ну, как я сказала уже в начале, то, что хроноскейп – это работа с продюсированным Silent, то есть я работала с группой наших программистов и инженеров, которые прекрасны, которые всегда, я считаю, очень интерактивные, когда им рассказывается та или иная задача, которую хорошо бы сделать, они всегда очень осмысленно подходят. И вот такой Алексей Грачев и Денис, в общем, они мы очень хорошо... Сережа Комаров, с которым мы прекрасно сработались уже в течение многих лет. И, соответственно, Хроноскейп она довольно сложная именно в подготовке, потому что там, во-первых, надо делать именно часы, часы, но часы, которые уже больше похожи, похожи на некие такие лезвия или на какие-то самые большие плашки, которые движутся, но, соответственно, механизм часовой он сохраняется. Все это в большом формате, и все это, естественно, должно, так сказать, работать не как часы, а именно как немножко другая как бы, система, которая позволяет не только создавать иллюзию часового механизма, но одновременно еще и создает некий такой как бы, компромисс мы знаем, что часы, стрелки, часов, они движутся с определенной так сказать, как бы частотой. То есть каждую секунду наша секундная стрелка движется, а здесь, соответственно, в интерактивном, так сказать, как бы сайте со зрителем стрелки начинают идти быстрее, 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 быстрее. То есть, это, соответственно, разные моторы, которые включены, которые э, м, крутят вот эту вот всю систему и которые довольно сложные, потому что если как скорость большая, соответственно идет большой износ и в общем то становится немножко опасно, потому что это как некий такой как бы, вентилятор просто открытый, вот и соответственно вот это была такая первая задача, как сделать, чтобы это было и похоже на часы, и достаточно выносливое сооружения, и одновременно, чтобы, соответственно, зритель как бы не попал э, в эти, так сказать, э, в, это, в, эту, в этот вентилятор, то есть в, это, в эту мясорубку, так скажем идея как раз мясорубки у меня была такая виртуальная, она была больше, она не выражена напрямую в тотеме, но это она, так сказать, существует, там мясорубка времени, так скажем, и мясо это мы. Ну, это грубо, но это так. Вот. И, значит, соответственно, и дальше вопрос был создание именно такой чисто инженерной, технической, то есть как печатать, как готовить вот эти все механизмы. И, соответственно, следующее был, конечно, программирование, потому что программирование здесь очень важно, так как это, во-первых, в зависимости от того, как написана программа, так движутся стрелки, и, соответственно, при этом меняется визуальный ряд. Визуальный ряд у нас есть два монитора, один, который направлен на коврик интерактивный коврик, и, соответственно, есть как бы лицевая сторона тотема, то есть напротив которой стоит э, зритель, соответственно, это монитор, который мы как говорим, он э, напрямую связан, то есть, это лайф, э, то, что мы видим там, это и происходит. Мы видим самого зрителя, мы видим пространство сзади зрителя, потому что стоит камера, которая снимает, э, ну, снимает э, вот этого человека, который здесь находится. Вот, и э, там одна э, программа, программа, которая, так сказать, пикселизация и, и картинки, только, опять же, все идет непосредственно э, вживую, так сказать, и, соответственно, зритель постепенно становится так сказать, пылью, так сказать, ну, пылью в данном случае, но пылью. И, соответственно, есть обратная сторона, которая зритель, который вот стоит на коврике и который в этом процессе ускорения дизон временного ускорения, он не видит. Это второй монитор, это возвращение к неким таким чисто предыстории вообще человечества, когда человечество не существовало. Это какие-то диковинные растения, которые бесконечно меняются, у них происходит постоянная метаморфоза, переходы из одного состояния в другое. И это на другом мониторе, который могут смотреть, на которые могут смотреть, и которые, так сказать, виден другим зрителям, которые находятся в зале, но которые не находятся в взаимодействии с самим тотемом. Ну, вообще, тотем, как у него есть и несколько лиц, так скажем. Вот у него, значит, два монитора, два лица. Расскажите, пожалуйста, вообще, что вас вдохновило на создание Хроноске Фестиваль, тема была уязвимость. И уязвимость – это такая очень широкая тема, потому что уязвимость – это может быть обо всем. Вот. И, соответственно, тогда мне предложили участвовать. Я уже к этому времени думала, что я хочу сделать тотем, но тут это просто как бы очень хорошо совпало, поскольку, поскольку мы очень уязвимы именным временем. в начале как бы нам это непонятно, то есть когда мы родились и юные и так далее, а потом чем старше мы становимся, тем время, как я уже сказала, оно начинает бежать куда-то, и, соответственно, становится, очень хочется его задержать, и, в общем, время это тот самый рубеж, который для нас очень важен, для, как для людей, соответственно, и это, опять же, наша уязвимость, поскольку нам всегда хочется что-то сделать, что-то успеть, и времени не хватает. Собственно, поэтому, собственно, время – это тоже такая большая уязвимость как бы, человека, который хочет что-то сделать, но времени всегда не хватает, и поэтому это, в общем, связано тоже с тем фестивалем. Может быть, ваш мультимедийный тотем как-то связан с тотемами как предметами религиозного культа, вот теми самыми деревянными фигурами языческими? связан с той точки зрения, что, во-первых, к нему можно подойти и в какой-то момент, когда мы распадаемся на эти пиксели, просто мы банально, наше бытие как бы объясняется, но тем не менее, так сказать, есть обратный монитор, который говорит, что бытие никогда не кончается, потому что оно ну, где-то есть, вот, и поэтому, соответственно, это с одной стороны как бы Предмет, который говорит о нашем лимите, и с другой стороны, это говорит, что наше вселение бесконечна. То есть, то, что, соответственно, есть некий такой, не знаю, или зрители могут и загадывать желания, если они хотят, потому что каждый зритель, у него есть всегда свои, так сказать, манеры, а воспринимать те или иные работы. Но, в общем, я думаю, здесь. Больше тотем, который дает возможность к нему подойти, около него остановиться, то есть прочувствовать вот эту скорость, именно поскольку мы ее чувствуем, когда наши стрелки, ну, стрелки это тотемы начинают двигаться все быстрее, быстрее, быстрее. Вот, ну, и, может быть, какие-то мистические чувства возникают, но я не знаю.